Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Может получиться интересная атака. Иньям. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ди Мари. На пару решили разыграть эту комбинацию. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Ди Мари. Пока неплохо. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Попадает под прессинг. Перрен. Да Сильва. Пике Бернабеу. Хороший пас во фланг. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Надежно играет защитник, атака прервана. Пике Бернабеу. Он с мячом и продолжает накручивать одного. И это удар! Есть гол! Счет открыт! Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Крученным ударом игрок посылает мяч точно в сетку. Маэстро! Вот так закрутить это надо уметь. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хорошо увидел партнера впереди. Удар! Нет, не попадает он в створ. Да, там только вратарь был и больше никого. Может быть, все-таки не стоило бить на силу. Тут силовая борьба. Ховард. Тут может что-то получиться. Судья показывает на угол поля. Итак, смотрим повтор. Именно этот гол вывел команду вперед. И разыграть решили угловой. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Да Сильва. Это может быть опасно. Момент! Забивай! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Вперед он мяч тащит. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Отлично сыграно, надо решать. Перрен. Ховард. Проходит эта передача. Может быть опасно. Потащил один удар, но может быть и второй. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Ди Мари. Он накручивает соперников одного за другим. Руни. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака.
Мяч будет введен из аута. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Феррен. Руни. Это может быть опасная атака. Есть адрес у этой передачи. Ставит корпус, укрывает мяч. Атака остановлена, но кто получит мяч? Феррен! И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Это может быть опасно. Подача. Чей мяч будет? Как на тренировке. Ди Мария. Может получиться интересная атака. Пике Бернабеу. Можно бить. Решил пробить. Гол от штанги. Ну вот иногда мы говорим, штанга друг вратаря, но сейчас что-то вот не подружились они. Да, голкипер здесь не рассчитал отскок, и в этот раз фортуна была на стороне нападающего. Потерял он мяч, но кому он достанется? 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Эньяма. Закончил. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Ховард. Тут просто подарили мяч сопернику. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Пока неплохо. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Ховард. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Мы слышим свист трибун. Это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Игра остановлена, будет угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Есть шанс развернуть контратаку. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Феррен. Да Сильва. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. В этой атаке оборону пройти не удалось.
Тут может что-то получиться. Удар! Гол! Мяч в сетке! Резкий, короткий удар, не берущийся и точный. Счет 2-1. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Ховард. Это может быть опасно. Ди Мария. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Руни. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Перрен. Потеря. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Эньяма. Отлично сыграно, надо решать. Передачи в его исполнении сегодня невероятно точны. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Основное время истекает через 20 минут. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нужно бить по воротам. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Можно и защитников поругать, они тоже были не на высоте. Но мне кажется, голкипер нервозностью своей делится и с партнером. Да, на взводе сегодня этот парень, ничего у него не получается. Пике Бернабе. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Странный пас получился за боковую. Атака закончена и будет удар от ворот. Может получиться интересная атака. И подача туда, в сторону ворот. Мяч в атаке. Что дальше будет? Выбит мяч из штрафной. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Хороший пас во фланг. Нет, не дошел этот пас до адреса. Ховард. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ди Мария. Ищут они разные варианты для атаки. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении. Пас на ход может. А это шанс один отыграть. Бей! Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон. Это очень важно. Команда начинает с самых низов. И посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Может получиться интересная атака. Эньям. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ди Мария. На пару решили разыграть эту комбинацию.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Ди Мария. Пока неплохо. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Попадает под прессинг. Феррен. Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон. Это очень важно. Команда начинает с самых низов. И посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Может получиться интересная атака. Эньям. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ди Мария. На пару решили разыграть эту комбинацию. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется?